Дорогие друзья, сегодня матч под эгидой КФЛ, Казанской футбольной любительской лиги, включается команды серии Д, точнее лиги Д. Команда Ротар и Турин. Немного составит нашей команде. То стартом составит. Номер один. Воротах сегодня занимает Ленар Шайхутдинов. Номер один. На правом фланге защиты, если не ошибаюсь, то сегодня играет Раниф Хазиахметов. В центре Игорь Кубайдулин, номер пятый. И Ильнур Сафин, номер 23. На левом фланге сегодня разместился Дамир Аюпов. Полузащита. Сегодня новая схема игры вообще Ротара, то есть 4-3-3 играет. И в центре сегодня играет 4 номер, это Марсель Ибрагимов, 17 номер Марат Шигапов и номер 13 Сергей Королев. И нападение команды. Сегодня у нас справа играет Нафис Минибаев, в центре Антон Ищенков и слева Максим Завражнов, номер 88, 24 и 18, соответственно. Так, игра началась. Так. Ибрагимов передал Ищенкову. Ищенков технично передал Минибаеву. Минибаев проходит штрафной, но неудачно. Так. Губайдуль. Так. Вспоминая предыдущие игры, конечно, мы не знаем, как сыграл Турин в предыдущую игру, но учитывая то, что наша команда Ротар, в прошлой игре мы проиграли команде Антарес 0-2. Сейчас чуть защитник команды Турин чуть сам себе не забил. Ну, Ротар успешно подошел. Так. Атакует команда сейчас Турин. Хорошо сыграл в отборе Сафин, но на нем нарушают правила. И да, забыл представиться. С вами сегодня видеооператор-комментатор Дамир Абдулин. Только сегодня без Тимура Валеева, к сожалению. Так. Шигав хорошо сыграл головой. Так. Также остался команда Ротар. Мяч. Минибаев на правом фланге. Обводит, обходит. Эх, ну неудачно. Но все равно аут остается за командой Ротар. Сегодня в запасе у нас номер 21 Антон Парфиев. Если не ошибаюсь, фамилия. К сожалению, не к этому. Так, на поле к событиям. Пока вроде все успокоилось. Мяч подхватывает Игорь Байдулин, номер 5. Передает на Шигапова. Но Шигапов неудачно себя прохватывает. Сам же соперник ошибается. Королев передает на Ищенкова. Ищенков подобрал мяч, но жестко. Конечно, сейчас в отборе хорошо сыграл. Команда Турин уступает. Ну, сейчас Губайдулин очень здорово сыграл в отборе. Итак, слово о запасных. Номер 21 уже представил Антон Порфиньев. Извиняюсь. Так. Также в запасе сегодня восстановился травма Алексей Ищенков, номер 24. 90 номер Ренат Фахриев, номер 9. Ренат Ахмадуллин и номер 14 Роман Гатаулин. Это, к слову, запасных команда Ротара. К сожалению, ни фамилии, ни номер игроков Турина мы не знаем. Так, Турин бросил аут, но неудачен. Пока также остается мяч у Турина. Навес. Yeah.
На выходе недорого сыграл Шахудинов, но команда Турин нас вообще просто пожалела, можно так сказать. Конечно, я не знаю, как фамилия нашего тренера, но имя и отчество Николай Васильевич. Как раз кивает его голос. Слышим. Так, Шахудинов сыграл с Аюповым. Аюпов передает сильно на Королева. Но все равно Турин ошибается в передаче, и мяч остается у нас. Губайдулин забрасывал в центр, но неудачно. На подборе сыграл Сафин. Сафин передает Хазиахметову. Хазиахметов на фланг пытался на Минибаева. Но Минибаев сейчас прессингует. Конечно, удачно, но от него отскакивает мяч. Так, Королев подхватывает мяч, передает Завражному, но Антон Яченков плохо подобрал мяч. Но сейчас против него грубо сыграли, конечно. Ибрагимов на Шигапова. Шигапов дает пас на Королева, но неудачно. Ал сбрасывает команда Турин. Так, к сожалению, отбор не наш в пользу. Турин атакует, обходит одного, но хорошо сыграл в отборе Губайдулин и Игорь Губайдулин. Но аут в пользу команды Турин. Игрок команды Турин сбросил аут на штрафную площадь. Но также остается подбор за Турин. Навес в штрафную. И Байдулин сыграл головой. Но при этом Хадиахметов выбил аут. Так, опять аут в пользу команды Турин. Навес в штрафную. Отбор за командой Ротар. Хадиахметов пытался передать пас Ибрагимову, но получился коряво. И ушел за пределы поля. Также снова будет аут сбрасывать команду Турин. Турин снова забрасывает штрафную, но Шахудинов играет кулаками. И Королев хорошо играет. Извиняемся, конечно, за картиночку. Но не сумел передать, читать Королев, ушел в аут. Аут подает Турин. Так. Но снова мяч у команды. Больше, конечно, владеет мячом команда Турин. Вот такие указания дает Николай Васильевич Королеву. Так. Если не ошибаюсь моим часам, то уже от игры прошло 10 минут. Также еще в запасе появился номер 55, Евгений Яременко. Так, угловой в пользу Турин. Навес штрафную. Ну, угловой играет игрок команды Ротар. Но на подборе оказался игрок команды Турин, но неудачно ударил по вороту. И будет удар от ворот. Как правило, мяч будет выбиваться вратарем.
Из вратарской. Из угла вратарской. Но будет выбивать мяч Игорь Губайдулин. Хотя Ахмед хорошо хотел сыграть. Да. Так, Сафин выиграл борьбу, передает на Ибрагимов, Ибрагимов на Минибаева, Минибаев на Ищенкова, вдвоем уходит, контратака, конечно, была хорошая, но до завершения не дошло. Так, Шигапов хотел сыграть, но, штрафной даже в пользу Ротара. Нельнура Сафина свалили. Сам же потерпевший, скорее всего, и будет исполнять. Да, так оно и есть. Передача, даже заброс на Минибаева. Но игрок Турина сыграл. Так, Брагимов передает на Минибаева. Минибаев штрафной. Удар! Можно засчитать за первую попытку Ротара. Вообще опасную. Ахметов неудачно передает, даже дает передачу, мяч уходит в аут. А вот будет подавать команда Турин. Так, Ахметов выигрывает, но снова в аут уходит. Да что ж такое? В аут, да в аут. Ну, сыграл рукой игрок команды Турин. Яхметов исполнил штрафной. Щенков на подборе. Пропускает мяч, но игрок команд, защитник команды Турин запускает свечку. Ибрагимов сыграл головой, но мяч ушел в аут. Так, Турин моментально выбросил аут, но Ахмед хорошо сыграл. Так, Завражнов. Завражнов пытался забить, но никак. Капов. Даже вот такие указания. Замечания делает Шигапов. Наш тренер. Ну-ка. Так, что же у нас там? Что-то с игроком Турина. Наверное, будет фарплей, если не ошибаемся. Да. Заброс штрафную. Ну, вратарь сыграл хорошо на выходе. Ахметов играет на подборе. Так, конечно, трудно комментировать. Впервые на таком уровне. Ну ладно.
Так, Миба делал скидку, но неудачно. Так, Ибрагимов подхватывает мяч, передает на Минибаева. Минибаев ускоряется, но защитник. Ну, на подборе, конечно, Шигапов оказался. Сейчас Ибрагимов передает на Минибаев. Минибаев на Шигапова. Шигапов! Такую атаку загубил Шигапов. Пусть запомнит. Толчок в спину. Что, сам вратарь даже будет исполнять штрафной? Удачно штрафной подан. Так. Ну как бы было бы нарушение, конечно. Так, Королев подает мяч за Вражного, но с приемом неудачно. Ты не засекал? А сколько начали? Так. Завражнов на подборе передает. На юбку. Так, Завражнов через себя играет. Так, в команде «Ротар» произошла замена. Вместо Максима Завражного вышел Алексей Щенков. Так, Байдулин передает пас на Хазиахметову. Владеет мячом он. Делает заброс на... Непонятно на кого. Ну, а вот остается у команды «Ротар». Так, Хазиахметов дает пас на Ибрагимова, но не точно. Снова остается команда «Ротар». Ну ладно, пока посмотрим за игрой, чем комментировать. Смотреть, комментировать это сложно для меня. У нас есть другой человек для этого. Ну ладно. Молодец! Молодец!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй! И удар Ахметов никуда. Спасибо. И удар от ворот. Пойду на натуральный чистильщик, как чистильщик играет. Можно добавить. У меня сегодня такая роль, кстати. Играть чистильщика. Thank you.
Так, снова замена в команде «Ротор». Вместо Марата Шкапова, номер 17, на поле выходит Антон Порфирьев, номер 21. Замена по позиции, конечно. Давай! Просто чисто прости нас на сей раз. Реально. Конечно, если так в защите играть, как сейчас вот был в предыдущем моменте, то извините меня, что мы пытаемся сделать? Мы же не 60-0 выигрываем, чтобы так играть. Yeah, right.
Составил вратарь, двойная замена. Вместо братьев Ищенковых, но Антон и Алексей, номер 22 и 24, соответственно. Вместо них на поле выходит Ренат Ахмадуллин, номер 9, и Евгений Ириенко, номер 55. Сейчас желтую карточку получит Ренат Ахмадуллин. Thank you.
закончился. Дорогие друзья, счет 0-0. Итак, начал второй тайм. В первом тайме не было забито мячей, но были опасные моменты. Не особо, конечно, было много, но каждый команд могли увести. Итак, после перерыва две, даже три изменения в команде. Сейчас. После этой атаки. Так. На поле вышли вместо Антона. Да. Антон же Порфирьев, даже 21 номер. Также вместо Евгения Яременко, номер 55, и вместо номер 9 Рената Ахмадуллина выше на поле. Марат Шигап, номер 17. Антон Ниченков, номер 22. И Максим Завражных, номер 88. Что скажешь? Есть.
Классно сыграл, да? Че, Дамира что ли сломали? О, блин, а. Шикаров на подборе, предательно Завражного, Завражных. Сверху это, конечно, более видно. Сверху я не спорю. А снизу как? Просто не хочу тебе сейчас сказать, просто у тебя тоже было, как сказать, как ты играл по первым таймам, тоже. Ты сверху смотришь, можешь так сыграть. А вот снизу, когда ты играешь, друг, по-другому ты смотришь. Кстати, когда Серега сыграл там, там казалось, как будто он что-то сыграл неправильно. Ну, когда оба упали. Вылези! Блин, а! Ну повезло Максу. А может знакомые? А, еще один угловой.
Пенальти или штрафной? Вот это развязочка. Угу. Не вспоминаю прошлую игру. А пенальти нельзя? Посмотри. Особенно второй тайм посмотри. Либо силы нет, когда бьет, либо вообще лучше бьет. Если я думал, он сейчас замечает. Вообще опасно было. Что все жаль? Смотри, флаги пустые вообще.
Ну, не выключайтесь, а. Убирать в 4 подающих играть. Thank you.
снова пошел дождик. Такой у нас тут проливной дождь проходит над дербышками. Ротар, давай сбивай, а! Гол забил Антон Ещенков, номер 22. Счет в матче становится 1-1. Hold up!
Эх, Нафис! Холодно. Примерно 8 минут играть осталось в этом матче. Счет пока 1-1. Oh.
Нет, спасибо. Не там же! Закончился матч команд Ротары Турин с счетом 1-1. Всего доброго. До свидания.